Здравствуйте, меня зовут Старков Георгий Александрович, я врач-хирург. Хирургической практикой занимаюсь с 2011 года. Основными направлениями моей деятельности является хирургия брюшной полости, желчекаменная болезнь, различные виды ее осложнений, грыжи передней брюшной стенки, паховые грыжи, пупочные грыжи, послеоперационные грыжи передней брюшной стенки. Решение стать врачом пришло ко мне в ранней юности. Наверное, было обусловлено желанием быть действительно полезным и оказывать помощь окружающим.